Здорово! И сегодня мы взовем Coca-Cola Zero Mentos. Да. И с нами еще... И с содой нас. И еще с содой. И, кстати, с нами еще Ожинков Плей. Я Никита, блядь, Никита. Ну, Никита. Короче... О, да. Короче, давайте сейчас... Это, я бомбану Coca-Cola Zero Mentos, а он бомбанет так, содой. Это не пиар Coca-Cola и Mentos. Нет, это не пиар. Это не пиар. Потому что соду можно в любом магазине. Так. Сейчас мы будем распаковывать все это. А пока. Давай, подержи пока. Бля, у меня сейчас упадет оно. Капец, у тебя офигенная камера. Не то, что у меня говно какое-то. Давайте, короче, распаковываем. И... Бери у себя две, у меня две. Так, берем. Сейчас мы... Бля, я тебе сейчас... Бля, упала, ну пох. Мы что, пить будем? Я третью. Давай. Бля, это ж у меня упало. Нет, не надо. Положи одну. Одну сожри. Сожри. Я смотри. Так, ладно, подожди. Мента сложим сюда. Подожди, возьми, у меня тут две. Раз. Возьми это, подержи пока что. Так, друзья, пока... На, бери пока камеру, на. Так, я беру свою камеру и пока выбрасываю это. Потом убирай. Да, ее надо куда-то поставить. Да, давай я буду снимать. Так, ты будешь снимать, пока я менты сам, и потом... Нет. Короче, смотри, что делает. Цель принятна. Подожди. Цель понятна. Так, бля, слишком много у тебя выбрал, батя. Да. Да и две. Да. Две. Давай. Не, давай я закину, короче. Да. А я соду. Нет, я тоже соду. Давай тогда ты эти менты закидывай. Давай я камеру подержу. Так, отходи сейчас. Отходи сейчас. Сейчас отойди, чтобы это все было эпично и. Ну и, короче, чтобы это было нормально. Так, подожди, убери подальше соду и. Так. А куда мы весь реквизит можно сюда? Ты аккуратнее не рассыпь соду. Да кола пусть полежит. Давай, я снимаю нахуй. Так. Надеюсь, я успею. Давай. Хуйня какая-то получилась. Да, хуйня какая-то получилась, Coca-Cola Zero. Надеюсь, хоть кто-то проявит себя. А давайте теперь попробуем этот один. Да я попробую, я хочу быть подопытным кроликом. Так, я ставлю сюда и беру камеры. Держи свой ебанутый телефон. Нормальная у меня камера. Что ж, давайте, друзья. Знаете, газы нахуй. Да я попробую. Газы нахуй вышли. Блядь, да я попробую. Я потом после соды тогда попробую. После соды ты долбоящик. Ты сдохнешь там. Это химия, не надо. Ну да, химию не надо. Так, а теперь приступаем к взрыванию содой Coca-Cola Zero. Вот он, этот напиток. Бери. Держи, сука, мои камеры. Да подожди. Вот так. Ты держи, понял, блядь? Аккуратно, никуда не нажимай. Все, друзья. Я отхожу на... Несколько метров. Так, пока. Сейчас. Мы ждем нашего подопытного кролика. Сейчас. Давай. Давайте мы смотрим и наблюдаем за этим всем. Эй, я отхожу. Так, подождите, друзья. Мы отходим. Со всем реквизитом. И что ж, все. Все готово для записи. Ай, блядь. Давай. Этот эксперимент важен. Очень сильное извержение.
Но после этого я потом хуйню это попью. Давай, Паш. Что это пить, дебил? Ай, бля, там все растворилось. Что ж, друзья. Не надо это пить, олень. А мы заканчиваем на этом. Всем спасибо за просмотр. Дай попить. На, бери свою камеру. Потом соединим видео. Хлеба так. Это говно. Так, давайте поедим после Кока-Колы Ментос. Как видите? Вот Ментос. Что ж, на этом было все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. А также подписывайтесь на его канал и на мой. Всем спасибо за просмотр. Пока! Все готово для записи.